Триває ефір на Обоз ТВ. Далі говоримо про подарунки, кому, що і навіщо дарувати. Гостя студії, людина, яка на цьому знається. І ми якраз от зачепили тему емоцій з подарунками. Так, я хочу вас запитати, наскільки популярними в Україні сервіси враження в подарунок? Ну, наскільки я знаю, є сервіс один, який саме популярний по емоціям. Но лично я не поклонник именно покупки сертификатов на эмоции, потому что я за сертификаты, когда вы конкретно приходите, например, то в тот же какой-то салон тайского массажа, либо какой-то бьюти-салон, либо на какие-то конюшни, где вы приобретаете сертификат, конечно, именно на месте. Тогда у вас качество услуг будет соответствовать стоимости сертификата, за который вы заплатили. Именно сертификаты, которые вот продаются как бы как наборами. Ну, мое личное субъективное мнение, что там немножко качество услуг может быть меньше той стоимости, которую вы заплатите конкретно за этот сертификат. Поэтому, если мы говорим о подарке эмоций, то ну, как бы узнаете, чем ваш человек, которому будете дарить, интересуется, что ему нравится, и тогда уже конкретно направляетесь в эти компании, места, и на месте уже покупаете и берите сертификаты. Это могут быть как какие-то иконные поездки, если мы говорим о теплом времени года, какие-то путешествия на яхте, полеты на самолетах. Это могут быть какие-то там необычные романтические встречи, ужины на крыше в каких-то интересных местах. Ну, от ви більше говорите про все ж таки індивідуальний підхід в подарунках. Я це розумію, але хочу ще почути, наприклад, про універсальний подарунок. Так, от що це може бути? От що в цьому році є, скажімо так, подарунком гарного смаку перед Новим роком або на новорічні свята? Подарунок гарного смаку, універсальний. Що це для вас? Универсальные – это все-таки какие-то вот гастронаборы. Сейчас их есть очень много, где компонуются, ну, причем они есть с алкоголем и без алкоголя. Это могут быть наборы кофейные, чайные. Сейчас очень развита в Украине гастрономия очень хорошего уровня, имею в виду десерты различные. Я вам скажу, это в Киеве так, и еще, возможно, в регионах, в великих местах так. Поверьте мне, что в селах не понимают, про что вы сейчас говорите в принципе. Ну, гастрономічні набори. Ну, які там гастрономічні набори можуть бути? Ну, от як ви собі це уявляєте? Так, а не заказати можна по всій Україні. Доставку Нової пошти, мені кажеться, Нова пошта покрила вже зараз абсолютно всі регіони, тому абсолютно немає проблем зайти на сайт онлайн, посмотрети і заказати на свій вибір. Не будемо робити рекламу цьому перевізнику, так. Чорний список подарунків. Що не можна дарувати? Ну, если мы говорим о каких-то суеверных традициях, это идут часы, это идут какие-то колющие, режущие предметы, носовые платки, возможно, ну, даже их, мне кажется, сейчас уже никто и не дарит. Если мы говорим о людях, либо партнерах мусульманских стран, тогда ни в коем случае нельзя дарить алкоголь. Угу. Ну, алкоголь вообще женщинам тоже нежелательно дарить. Мужчинам это может быть какой-то элитный коллекционный алкоголь. Поэтому добре, вот давайте так. Я вам дещо пораджу і додасте в свій блог на сайт. Значить, астрологи не радять в рік собаки дарувати, наприклад, ланцюжки на шию. На вашу думку, чи варто вірити от в це ототожнення ланцюжка і собачого ошейника? Моє мнение нет. Я абсолютно не суеверна і в гороскопи в основному не вірю. Вот. Но все-таки, если вы знаете, что человек суеверен, и он всех этих традиций придерживается, то лучше не дарите. Вот. Я считаю, просто, ну, в то, во что ты веришь, что тобой случается. Как бы, если ты на эти все приметы не обращаешь внимания, то оно к тебе никак не относится. Есть еще один момент, про который вы не згадали. Это, до речі, традиция, здається, американська, потом она перекочувала в Европу, зараз она уже есть в Украине. Это чеки в подарунок. Когда певні магазины, там можна купити сертифікат та на певну суму і прийти потім і купити якісь речі, на, знову ж таки, використовуючи цю суму. Як ви ставитесь до таких подарунків? Отлично отношусь. Можливо, це причем варіант? Можливо, це універсальний варіант? Ну, сертифікати зараз на одежду
да, и в фитнес какие-то могут быть клубы, да, и на одежду, не во всех брендах, но они есть. Также еще а у вас вот в статье там есть чеки в подарок? Да, бачите? Ну, не чеки, сертификат. Сертификаты чеки, там. Это там немножко по-другому, там дарятся подарки с чеками, там. И потом специально человек может эти подарки вернуть в магазин це и інша получить, тема, ще одна, да, компенсацию. До речі, щодо такої теми, так, коли подарунок дарується з чеком. В Украине таке не принято, наскільки мені відомо. У нас цієї культури да нет еще, но она придет, я думаю, через несколько лет. И ну, с моей точки зрения, это достаточно практично, чтобы ваш подарок там не валялся где-то, то ударить человека. А ви собі можете уявити ситуацію, коли ви приходите на день народження до когось, до своєї подруги близької чи до друга, і даруєте сорочку, допустимо, чи джемпер, і там чек. Всередині. Можете собі таке уявити? Я могу представить. На данный момент я, конечно, так дарить не буду, потому что это все-таки зависит от культуры. То есть через несколько лет, когда к нам эта культура придет, это будет вполне нормально. Сейчас это еще, ну, как бы люди, которые жили за границей, либо которые много путешествуют, они к этому, в принципе, могут отнестись нормально, они это поймут. Но, опять же, таки поймут не все, поэтому, как бы, ну, пока лучше, как бы, дарить без чека, и в любом случае чек останется у вас, у человека можно узнать, подошло ему, либо не подошло, и тогда уже либо с ним, либо самостоятельно обменять на другой размер, либо фасон, модель, ну, и так далее. У нас просто пізніше прийшов той час, коли взагалі в Україні стали видавати чеки. Тому культура трохи відстає в цьому плані, мабуть. Ще дуже хороша вот традиція, яка є за границей, це списки, виш-листи, де у вас є перечень того, вообще, що ви хочете, що вам подобається. Це дуже удобно, ви заходите на страницю ваших друзів, либо там родителей, і смотрите, вообще, що чоловік хотів, до того, що в якому там магазині можна приобрести. Вот, я надіюся, це к нам когда-то прийде. Слухають наші глядачі розмову нашу на сайті «Обозріватель», на Фейсбуці «Обозріватель» і «Обоз ТВ», і от питають, от вони не почули все ж таки в рік собаки, що дарувати? Конкретно до вас питання. Я про це питав, але бачите, ви не відповіли, і глядачі це помітили, що не відповідаєте. Хорошо, якщо телезрителям потрібно конкретно, от щоб я сказала, в год собаки даріть деньги. Ну, как бы. Но, опять же таки, как я и говорила, нельзя дать универсальный подарок, который подойдет ко всем. Подарок – это индивидуальный. Да, индивидуальный. Конкретно под конкретную персону, под определенного человека. І ще питання теж маємо з Фейсбука «Обозріватель». Що робити, коли бажання дарувати є, а коштів немає? Чи можна обійтися і як обійтися без презентів? Цікаве питання, до речі. Совсем без подарка матеріального, ну, в принципі, можна, мабуть. Ну, постарайтесь тоді щось організувати своїми силами, яку-то, я не знаю, там... Опять же таки, вернемся, прогулку, что-то, что вы можете сделать сами, организовать сами, на что не потратите много денег. Слушайте, а чи варто взагалі натякати людині на подарунок? Як ви вважаєте? Ви натякали коли-небудь? Я не намекала, но я считаю, это вполне допустимо. Нужно просто уметь. Особенно, если мы говорим об отношениях мужчина-женщина. Мужчина не всегда вообще понимает, что хочет его любимая женщина. Вот, поэтому можно намекнуть и не один раз. А чому українці вибирають подарунки завжди в останній момент, останньої миті, на вашу думку? Наверное, это особенности ментальности, все в последний момент, на авось, у меня сегодня что-то с дикцией не очень. Ничего. Откладывается на последний момент, и поэтому так складывается. Ну, вы тоже, бачите, пока суматоха. Еще без подарунки. Ну, так это еще не последний момент, еще целый месяц. А на Миколая ви теж даруєте своїм близьким щось? Чи у нас просто от є така теж, ну, Так склалося історично, скажімо так, що на Миколая дарують подарунки дітям і рідше дорослим. Як ви вважаєте, ну, як у вашій сім'ї можливо? В моїй сім'ї тільки я отримую подарунки на Миколая, як найстарший член сім'ї. Поэтому, ну, как бы, да, у нас пока принято, что Николай – это подарки для детей. Но, например, сейчас есть очень интересная тенденция, если мы говорим о компаниях и
подарках корпоративных, да, новогодних, да. Компании, которые сейчас очень социально ответственные, выбирают на День Святого Николая дарить подарки как раз детям вместо подарков партнеров. То есть вашим клиентам либо партнерам дается какой-то сертификат, либо письмо-открыточка с каким-нибудь маленьким символическим подарком о том, что вот, как бы, если вы хотите, мы те деньги, которые вы могли потратить вам на подарки, мы направим там в детский фонд, либо конкретно адресная какому-то помощь, либо там купить какие-то книги, да, в детскую библиотеку, ну, то есть перенаправить средства от таких класичних корпоративних подарків на благотворительність такого цікаве соціальну. Питання взагалі про корпоративні подарунки, тому що часто я чую від колег з різних сфер абсолютно, що корпоративні подарунки вони що з ними далі робити? Тобто вони трохи не підходять конкретно людині. Так, вони настільки універсальні, що, наприклад, той же блокнот чи ручка, чи от що дарувати в плані от корпоративних подарунків великим компаніям. Коли, наприклад, у нас є там 500 людей персоналу, так, і треба зробити їм корпоративний подарунок. Що дарувати? Это мы говорим именно подарки внутри компании, да, правильно? Да, в середине компании. Очень хороший вообще есть способ и метод, называется «Секретный Санта», когда идет обмен подарками между коллегами. То есть в рамках департамента либо отдела пишутся фамилии, имена, угу. Друг друга бросаются в какой-то бокс, и потом каждый вытягивает имя человека, которому он будет дарить подарок. Таким образом оговаривается обязательно сумма, в рамках которого, угу. В рамках которой это должен быть подарок. И таким образом каждый остается с персональным хорошим подарком. Если мы говорим о подарке от руководства компании конкретно сотрудникам, то ну тут в основном все-таки опять же такі сладкі подарки с какой-то, ну, корпоративной символикой. Це ми все знаємо. Вот, добре, Юлі. Дякую за ваші коментарі. Сподіваюся, я і вам теж щось підказав в цьому плані, що значить дарувати. Юлія Савчук була гостею нашої студії. Говорили про подарунки. Кому, що і навіщо дарувати? Це «Бост ТВ». Далі йдемо на коротку паузу.